Стерлитамак посетили финалисты 14-й битвы экстрасенсов Александр Шепс и Мэрилин Киро. Вместе со съемочной группой они побывали в микрорайоне Строймаш. Там проходили съемки очередного выпуска программы. О впечатлениях звездной пары от Стерлитамака в сюжете Юлии Раяновой. О приезде знаменитых экстрасенсов жители Стерлитамака узнали из социальных сетей. Новость быстро распространилась по городу, поэтому к моменту начала съемок программы «Экстрасенсы ведут расследование» около подъезда дома номер 4А по улице Гранитной собралась большая толпа. Нам просто интересно было посмотреть на Шепса. Самим убедиться, что это на самом деле не подставной, что это на самом деле есть, что они помогают людям. У нас в родне тоже умерло очень много людей, и мы бы хотели тоже знать, почему. И все они умерли не своей смертью, и именно по одной стороне, по маминой. По просьбе канала правообладателя мы не можем показать всего, что происходило на съемочной площадке. Однако звездная пара дала нашему каналу эксклюзивное интервью. Город у вас классный. Скажу вам искренне, у вас очень открытые люди. Вот в плане того, когда мы работали, нам работалось очень и тяжело, и легко. Тяжело, потому что была очень интересная история, которую вы потом узнаете. А легко в плане того, что люди были очень открыты, и людей можно читать как книгу. В ту же ночь Александр Шепс и Мэрилин Киро покинули Стерлитамак. В своем интервью Александр сказал, что обязательно побывают здесь еще. Вот только точную дату не назвал. Юлия Раянова, Игорь Яковлев, Стерлитамак, служба новостей.